Мы находимся на рыборазводном предприятии. Вот так вот в проточной воде выращивают мальков рыб. Экскурсия продолжается. Вот они плавают здесь в воде. Вот, ну сейчас их видно, но они стайкой вот здесь вот проносятся. Освещение не очень, поэтому рыб не видно. Ну, видно, что проплываю. Вот такие сооружения интересные, бассейны для выращивания рыб. За 3 года карп наращивает массу и получается весом около 3 килограмм. Сейчас вот такой эффект, подходишь, да, и они ныряют вглубь, хотя ходят по поверхности. Интересно. Ну, немножко видно, конечно. О, вон там, о, смотрите, смотрите. Вот они ходят, сейчас мы ее заснимем. Вон горбатые спины, о, я вижу, даже вижу, вот они ходят. Вот они. Смотрите. Это рыба-карп. Вот так в бассейне они живут. Растут. Их кормят каждый день. Даже по ночам кормят. О, какой. Зеркальный, ну где-то килограмма 2,5-3, наверное, есть уже. Почему-то они на течение любят стоять. А сейчас, если подойти, да, они начнут это самое нырять, вглубь уходить. Посмотрите. Раз. О! И все, их уже нету.